Ребятки, всем салют. Заехал к своему тут давнему знакомому. Он знает, что я занимаюсь арендой. И вот год ко мне ездил, консультировался. Строил ему не я, строили ему и его ребята знакомые. Можно сказать, я дистанционно ему во всем помогал. Вот приехал посмотреть, пригласил меня попить чайку. Зацените, какую он классную штуку сделал. Ну, во-первых, по классике это стеклянная дверь. У меня же так же. При входе у нас имеется шкафчик. Сразу же устранил мои проблемы для шлемов. Грамотное зеркальце. Проходим. Здесь у нас котельная, в которую доступ должен быть ограничен обычному клиенту, чтобы здесь ничего не трогать, не щелкать. При входе в дом мы попадаем сразу в гостиную. Конечно, так кайфово, когда все новенькое. Ё-моё! Я прям представляю, как тут первые жители кайфанут. Зацените. Есть, конечно, нюансы по фартуку. Рассказал ему, с чем он может столкнуться. Здесь у нас первая спаленка. С офигенным видом. И офигенными стекляшками. Вторая спаленка. И пойдемте, я вам покажу теперь сердце дома. Потом я пойду на улицу вам покажу. Это санузел сауны. Просто зацените, как пушечно все выглядит. Просто, просто люкс, ребятки. Можно приезжать, отдыхать. Кто-то скажет гадить. Ну, можно и гадить за ваши бабки. Все стерпим, все уберем. Так что теперь на этом доме этот парень будет зарабатывать от 7,5 в сутки в будни и тысяч, наверное, 12,5 в выходные. Просто кайф. Да, на террасе мне тоже классно. Зацените. Постельчики, самоделочки, на них уже обзор сделал. Стеночка, как у меня в комнате, в доме. Срисовал, приезжал, смотрел, у меня сделал так же. Еще мне понравилась вот эта вот мангальная зона. Все самодельное, все перегородочки, все. Самое крутое здесь, что я для себя подчеркнул у него, чего нет у меня, так это качественного мангала. Мангал просто, ребята, 6 мм ставит. Крышку фиг поднимешь. А, зацените толщина. Все, обзаведусь такими же мангалами. А вот так он выглядит снаружи. Плоская крыша, черный дом. Все размеры и проекты я сделаю обзорчики позже. Если он мне пришлет, я вам все покажу.